سعيد هذا اليوم بمشاركتي وزيارتي لهذا البلد العظيم. المملكة العربية السعودية لديها فرص ضخمة للاستثمار، ونحن في هذا اليوم نرحب بالشركات الروسية أن تستثمر في المملكة العربية السعودية ودول الخليج. لقد حان الوقت أن نجد الشركات والمنتجات الروسية في منطقة الخليج. We make sure that companies who come to Dubai can grow internationally. There are some private banks. Us as Dubai Chamber, we are a semi-government entity, so we act as a mediator between these relationships. We connect B2B, B2G, so we are very serious about helping Russian companies to understand the market better in Dubai and flourishing in Dubai. The United Arab Emirates and Russia is enjoying a wonderful ties and partnership for many, many years. 15th of December, after I think 11 day, we will be celebrating 52 years of alliances since the diplomatic mission started in 15th of December 1971. That was 52 years ago during the Soviet era. We've seen a wonderful and booming, fast booming partnership, a strategic partnership between Russia and the UAE. And just last year, 2022, the trade exchange was about approximately $9.8 billion. From 2021 to 22, just in 1 year, it's increased for 68%. 68%. Ну, позвольте, да, рассказать немного, в принципе, о том, как Минпромторг России работает в целом по продвижению российской продукции на внешние рынки. У нас в России есть национальный проект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого оказываются меры государственной поддержки. И у нас есть цель, поставленная президентом, это прирост несырьевого, неэнергетического экспорта к 2030 году на уровне не менее 70% относительно 2020 года. Насколько я знаю, есть торговое представительство Минпромторга в Объединенных Арабских Эмиратах и торговый павильон. Вот можем ли мы рассчитывать, когда поедем с компаниями в Эмираты, посетить вас, познакомиться с коллегами на местах? Конечно, мы будем рады приветствовать всех там в следующий раз, когда состоится саммит. О том, что Ханты-Мансийский автономный округ Югра имеет схожие черты экономики со страной Персидского залива. Мы являемся крупнейшим нефтедобывающим регионом страны. 5% нефти мировой сосредоточено в нашей Югре. Поэтому все схожие структуры экономики наши и ваших стран. Но и так же, как и вы, мы инвестируем в наше будущее. Мы инвестируем в культуру. Мы проводим ежегодно наш международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». В 2024 году мы пригласили Арабские Эмираты поучаствовать в нашем фестивале. Мы вкладываемся в образование. У нас один из крупнейших региональных университетов. Мы вкладываемся в биотехнологии. Мы создали 2 года назад сообщество международных ученых «Еврогент». И через 2 года мы очень сильно надеемся на это, одну из сильнейших лабораторий генетических. Если до вас, уважаемые клиенты, экспортеры, что действительно сейчас, вчера и завтра уже время того, чтобы мы с вами начали теснее работать с этим регионом. Поэтому я не вижу никаких преград, ни политических, ни бизнес, ни экономических. Только полный вперед, давайте не бояться, давайте открывать для себя потенциал этих рынков. Подчеркну, потенциал огромный. Помимо нас там есть весь мир. И Европа, и Америка, и Юго-Восточная Азия, и Китай, конечно же. Нам нужно быть активнее, потому что нам, чтобы суметь с ними работать, суметь договориться, нужно быть еще усерднее. Что, кстати, в чем мы помогаем тоже нашим экспортерам при поддержке как раз-таки наших коллег, которые у нас здесь находятся.
Российские предприниматели ставят перед собой амбициозную задачу, несмотря на экономические вызовы времени, масштабировать свое присутствие на международных рынках. И, безусловно, ближневосточное направление является очень привлекательным для них. Вместе с тем, существует очень много преград на пути к успешному сотрудничеству между двумя странами в виде языкового барьера, отсутствия знаний ментальных, культурных, религиозных особенностей арабского рынка, а также отсутствие у предпринимателей при наличии хорошей предпринимательской истории в России и СНГ, отсутствие международного опыта ведения бизнеса. Поэтому саммит стал площадкой, где встретились две стороны и нашли точки соприкосновения, договорились о дальнейшем сотрудничестве, и мы верим, что оно принесет свои плоды. У нас присутствовала арабская делегация из торгово-промышленной палаты Дубая, представители Саудовской Аравии, посольства всех стран Арабского залива, а также Минпромторг, Российский экспортный центр. Поэтому все прошло на очень хорошем уровне. Теперь нам предстоит большая работа для того, чтобы помочь компаниям выйти на международный рынок.